трех розах. По рекомендации Андрюхи. Мы также в отеле. По его же рекомендации я его еще покажу. Но в Праге мы, в общем, не по его рекомендации. О, батарейка садится, отлично. Ладно, беглый осмотр. И сегодня будет у нас матч США-Германия. Все. Это русская семья. Чем русский отличается? Видимо, рубашкой и очками. В Праге вечно толпа из туристов. Откуда ни возьмись, подбегает. Намного больше, чем в Варшаве. Ресторан Пушкин можно. Может, потому что тесно? Тетку. А. Тетки. А где ресторан Пушкин? А, вот. И Пушкин Апартментс. Тут вообще много русских слов встречается. В культурном контексте. Блин, просто все кругом как малыши по сравнению с этими. Так, и вы тоже. Да, в парке выращивают огурчики. Почему бы и нет?
здесь вот такая инсталляция. Поднялись, в общем, на лестницу. Здесь шикарный вид на город со сложной текстурой. Тут же домики. Оля тут все фоткается. И такие вот детишки, мученик. И все те мученики, которые поднялись по лестнице. Молодцы. Что-то летает над городом, Оля высмотрела. Кстати, вид вот отсюда самый лучший. Так, что летает. Сейчас посмотрим. Это вот здесь. Да, летает. Раз, два. Похоже на... О, воздушные шары точно. Mm-hmm. Надо же. Да, смотри, там такой современный райончик. Вся фишка в этих холмах. Когда далекий обзор, всегда красиво. Поэтому так красиво на море. Вот оно, общество потребления. Ну все, за мостом, считай, все посмотрели. Да вот еще что, забыл засвидетельствовать Эйфелеву башню, которая спрятана в лесу в Праге. Советское руководство еще дало приказ построить Эйфелеву башню. Саморастущую ее такую сделали маленькую. Пичкали всякими генами растений, и вот она выросла, теперь торчит из деревьев. Это однажды упрется на своей вершине в Луну.
спасибо. Мы же там кебабки кушали. Ну, где? На окраине? Там есть? Ты была без...